Я, короче, да у меня, если вот так разобраться, да, вот сейчас Путин куда-то приезжает, не знаю, какой-то, в Удмуртию, по этим, прабабушка, вот эти, в Буранова приезжает, я забыл, вот в Буранова приезжает этот, вот, я должен тоже в Буранова быть, короче, в Буранова я должен вперед Путина быть. Я должен там все узнать, что там такое, что там происходит, да. Интересно это мне все узнать. А что в Кремле? Да я весь этот Кремль уже облазил, на. Вот так, если в натуре, да. Да я там все уже побывал, что они там делают. О, вот это я не буду рассказывать. А почему? О, если я начну вам рассказывать, да. Да у вас не то ли что. Я потом это раскрою. А сейчас... Где я вообще могу, вообще где, да везде, где угодно мне находиться. Да я везде могу быть, да везде. Да мне где, да хоть у немцев, хоть у японцев, хоть у везде. И во дворцах, и везде, 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 я везде нахожусь в этом мире, да. Вот самолет летит, истребитель или какой-нибудь, ага. Я у него в кабине могу находиться. На корабле вон, у этих, кто в космосе летает, я у них там могу находиться. Да везде я могу находиться. Да я выше за пределами, за галактиками могу находиться. Я уйду туда находиться. А почему это так происходит? А вы скажете, почему так происходит? О, а я вам сейчас объясню. Вот у меня какие-то букашки там ползают по мне, на. Сейчас я его поймаю, на. О, улетела какая-то, на. Здоровая вот такая, во. О, жук вот такой улетел, на. Ко мне забрался жук, понимаете? А вот почему он забрался, он чувствует... Во, природа сейчас какая-то... Вот сейчас столько каких-то бабочек белых летает, все летает, все летает, жуки летают. Короче, сейчас в этом мире все наплодилось, все летают. И тоже я вместе с ними летаю, понимаете? Представляете, да? И, короче, вот сейчас вот все... Вот сейчас какая-то вот погода вот сейчас... Все мы летаем, и я летаю вместе с ними, все летаем, мы летаем, и все, что-то изучаем. И, короче, я им передаю, они ко мне передают, и, короче, все. Вот. Вот сейчас два самолета летели, один так, другой так. Я думаю, вот те склепаются, на. Они вот на перекресток шли, вот-вот-вот. Они соединили, и там диспетчером я предупредил, и того диспетчера, и этого диспетчера предупредил. Самолет, вышли, приподнимите один, скотины, вы что делаете, сейчас они разобьются. Они взяли меня, послушали, и приподняли, один самолет выше, другой ниже сделался, и они проскочили. Вот, я спас вот эту ситуацию, да, вот эту спас. Я им объяснил этим, это было, ну, два дня тому назад. А вы засвидетельствуете, если я не точно сказал, это действительно правда, это правда, это действительно правда было. Вот вы скажете, я это где-то сочинил, не сочинил, да я сам на небе это все видел, на, и диспетчером этим сказал, чтобы кто-то выше, кто-то ниже поднялся, и чтобы аварию не сделать. Вот эти диспетчеры, а они в стык летели, вот эту я аварию Это я сделал, чтобы они аварию не сделали. Во, диспетчером сказал. А вы... Я потому что успел туда слетать, и с этим сговориться. В три пункта. Это мне как тяжело было, очень тяжело. Ой, ужасно, да. Вот так-то. Это два дня тому назад вот эта система была. Вот так-то, на. Вот извини, верьте, не верьте, А если вы не верите, вот которые два самолета летели, два самолета на перекресток, и там, и тут, соединитесь, переговорите и узнайте вот это. А это я вам сказал так. И аварии не было. Все. Если не верите. Вот это... Узнайте все. Вот. Узнайте. А это я сделал. Это я сделал, чтобы аварии не было. Все.